Региональная энергетическая комиссия Тверской области утвердила новые тарифы на отопление горячего водоснабжения для жителей Твери. Услуги поставляет Тверская генерация. Тарифы вступили в силу с 1 июля. Стоимость отопления выросла с 2139 рублей 5 копеек за гигакалорию до 2314 рублей 6 копеек. Точно такой же тариф идет на подогрев воды для горячего водоснабжения. Также подорожала и горячая вода. Теперь для потребителей с открытой схемой теплоснабжения кубометр горячей воды стоит 27 рублей 89 копеек, что на 5 рублей 25 копеек больше, нежели до 1 июля. Для потребителей с закрытой схемой водоснабжения тариф вырос до 27 рублей 28 копеек за кубометр, то есть подорожал подорожал на 2 рубля 57 копеек.